О ярмарках, проводимых в Самарской области, говорят сегодня в правительстве региона. Насколько эффективна торговля, оказывают ли ярмарки поддержку местным производителям и довольны ли покупатели? По словам председателя правительства Александра Нефедова, цены в магазинах кусаются и необходимо создать все условия для фермеров реализовывать свои товары, а для покупателей и жителей городов приобретать продукты по доступным ценам. Не только по праздникам и выходным жители должны иметь возможность покупать качественные, недорогие, а главное местные продукты. Мясом и молоком производители региона в состоянии накормить всех желающих, но им нужно оказывать поддержку. Помогали. Смысл один. Максимальное количество, максимальный ассортимент и минимальная цена. Соберите сельчан всех. Говорите о том, что сегодня супермаркеты, значит, как они работают и чем они торгуют, и там немножко вид другой, это тоже. Ну, спрос на продукцию, то, что делает наш, на нашей земле, он очень огромный. Самара – яркий представитель выполнения правительственной задачи. Для самих сельхозпроизводителей торговые площади бесплатны. Для контроля качества продукции работают ветеринарные врачи и надзорные органы. Перед Днем защитника Отечества в городе открылись как традиционные ярмарки на привычных местах, так и новые торговые ряды. Ну, 10 у нас традиционно работает. Плюс к ним еще 7 организовано. И мы эту площадь будем расширять. Плюс дополнительно оформляем к 10 еще 6. До 25 марта. Председатель правительства дал поручение главам регионов и впредь уделять внимание ярмаркам. Не везде торговые ряды, к примеру, подключены к электричеству. Кроме того, региональные фермеры должны быть более широко представлены. Марианна Мирная, Константин Головин. События.